Почему я не разрешу что-то тебе? Как я могу тебе Разрешать. что-то не разрешать? Я тебе много жизни, много чего запрещал. Толку ноль. Поэтому я бросил это безнадежное дело. Поэтому рассказывай. Там внизу он был и правда голубой и с белым, или синий. И там по центре была георгиевская лента, ребята. Золотая с коричневым. Георгиевские знаки отличия. Я это сколько буду жизни жить еще, я это не забуду. По центре вот такая Золотая, широкая. да. Да, широкая. Ну, Ну, как как вот георгиевская под лента, да. ободок А такой. георгиевская лента там золотая с черным. Оно не Да, черное, оно то ли но... коричневое, то ли красное, вот такого какого-то цвета больше было. Да, вот почти как на у Трампа на самолете. Ну, в общем, золото с чем-то Да, таким, с да. красной ртутью, скажем так. Оно очень сильно выделялось на фоне большого синего голубого, и вот это вот полосы вот такие, его было видно. Его ни с чем было не спутать, вот этот Красная флагманский. ртуть-то, это красная ртуть и золото. Это Да, ну вот. боевой состав такой. Да, его ни с чем не спутаешь, он Это выделялся. червонное золото такое вот и золото обычное. Это символ запасов. Да нет, это другое. Есть там Немножко не такое. багряное, это георгиевскую Багряное такое, показываешь. да. Это георгиевскую. А есть А там еще такое более багряное, да. гвардейская такая, да. Это по сути оранжевое и золотое. Вот что-то такое, коричневое и золотое. То есть это червоное золото и золото обычное, по сути. Красная ртуть и золото. Червоное золото. Я понял. Вот она что символизировала. Поочередно. То есть батареи разные были. Два типа энергетики. Слушай, Илья. Да. Dark Video Channel. Это твой Понятия канал? нет. А?